Шадов. Как-то раз зашел на твой канал. Тут же час. Я обосрался. Молчать! Что за хуйня у вас тут? Ты дебил или как? Просто это тут при чём? Вообще-то годная тема получается. Погоди. Почему у нас в лобби у Абрамовича аватарка с какими-то даунами из КС? А, ну ладно. Тогда ладно. Вопросы отпадают. Погоди, с нами Абрамович идет? Ах, it's a Dota! I need to check my heroes! Where is the my Omni Knight? Omni Knight 2! He's the very good! And don't fucking look at my Deutschland, Japanese, English, Russian accent! Don't fucking look at it! Чего, блядь? Надо, знаешь, в этом, вот если я сделаю два монтажа, один по КС, один по Доте, вот в одном из них вот будет превышен лимит вот этих вот вставочек с айтипедией. Чего, блядь? Ян, ты просто-напросто зашел покатать или ты все уже в Доте начал катать? Чего, блядь? Я просто зашел покатать. Ну знаешь. Я говорю, слава богу. Я же в Доту не буду играть, как бы, ты же понимаешь. Просто мне должен кое-что. Погоди. А при чем тут чёрт? Надо нажать кнопку П. Чини эту долбанную кнопку. И... Я... Пыгнать. Да? Надо её нажать, да? Жми эту шану кнопку. Её надо нажать, да? Да, её надо раздавить. Давай быстрее! Я промахнул, я по мышке просто сейчас ударил кулаком и промахнулся. Чего, блин? Пуджабан сразу. Осталось 5 секунд. Омикабан. Ты че, геймшишь, что же? Комников бан. О, нет, Пуджа забанила. О, ребята, стойте! Mortal Kombat! Go Power Rangers! Да, чё-то мы слишком похожи на рейнджеров. Чё-то мы слишком палимся в качестве пати. Чего, блин? Ребят, вы знаете, как какой звук у добычи золота в Доте? Вот такой. Это перемещение, Ян. Чего, блин? В общем, всю игру я тащил. Примерно вот так. Ой. Вау. А результат вы видите сами. На что мне... Что это мне дали, ребят? А что эти тебе дали? А, понял. А, на сайленс. На руки. И чё? И нахера ну, нам не надо? Косметически принудил, чё, это тоже ты хорошо отыграл, ты самый лучший игрок на карте, вот и всё. Ну хорошо. Видишь, у тебя вторая цифра больше у всех. У тебя 5, видишь? Да. А у нас, видишь, у Винги 2, у меня 0, у Никиты вообще кол. У меня просто-напросто не было на экзамене, я заболел. У Мартры 3, ну вот, Никитус 2, у Никиты вообще кол. У тебя, видишь, у тебя 5. Вау. А вот почему у них там 9, 6, 9? А это они в Беларуси, просто-напросто живут. У них там 10-бальная система оценивания. А, ну ладно. Ну хорошо. А то, почему мы выиграли, нам расскажет наш великий и всезнающий ученый Фламуштейн. Следуя теории вероятности, можно относительно доказать теорию относительности.
Вот сейчас ты сам хоть понял, что ты сейчас сказал, нет? Относительно вероятно, что вероятность — это теория относительности, которая в квадрате теория вероятности. Относительно вероятно. Чего быть?